Алматинская водопроводная вода по качеству не будет даже уступать родниковой. В этом поможет новая фильтровальная система, открытая в районе улиц Аль-Фараби и Хаджанова. Станция полностью автоматизирована и отвечает последнему слову техники. Здесь использован опыт чешских специалистов. Питьевая вода, подаваемая горожанам, на станции проходит четверную очистку и становится почти хрустальной. На коммунальный проект затратили 996 миллионов тенге, но эти средства очень быстро вернутся. Стоит отметить, что экологические эффекты и экономия ресурсов в мегаполисе от модернизации системы за последние 5 лет весьма значительны. За последние годы было выделено 30 миллиардов тенге для того, чтобы улучшать водоснабжение. Вся эта работа дала очень положительный эффект. Аварийность уменьшилась в 1,5 раза, а потери воды в 2 раза. За станцией будут закреплены 15 спецавтомобилей, оборудованных всеми средствами для ликвидации аварий на водопроводе. В ближайших планах предприятия – модернизация водопроводных сетей и прокладка новых магистралей.